Всем привет! Сегодня у нас на обзоре подарочек от Натали. Она мне положила столько бонусов к моему заказу. Здесь сет киргизский блин. Сейчас мы с вами откроем. И будем каждый сорт смотреть. Секундочку. Что сюда входит? Значит, пористые. Так. Вулканическая. Желтая. Фисташка. Сердце, хаки, чуйская, так. Семечка и кубату. Ну что, давайте. Сейчас мы с вами чуть-чуть вот так сделаем. И будем с вами открывать и пробовать. Так, давайте начнем с чуйской. Чуйская. Вот такими она кусочками. Цвет бежево-розоватый. Блинка очень напудренная. Мягкая. Не скрипит. Вкус пыльно-земельный. Очень похожий на Туркестан белый. Вот этот кусочек чуть-чуть поскрипывает. Угу. Не сладкая, не соленая, не залипает. Вкус пыльно-земельный. Так, желтая. Блинка желтая. Очень на сыры похоже. Ну, мне кажется, это и есть сыры. Он бледно-желто-зеленого цвета. Какая интересная структура у ней. Пробуем. Угу. Солененькая. Причем соль сразу чувствуется. Растворяется сразу, не прилипает. Откусывается средняя. Блинка плотная.
кусочек очень соленый. Соль вкус перебивает даже. Он вкус такой земельный, послевкусие. Вкус влажной земли с солью. Вулканическая. Темно-серок с коричневым подтоном. Она очень плотная. Второй кусочек. Вот этот без прожилок. Угу. Откусывается с ним с небольшим усилием. Залипашка. Прям такая хорошая. Липнет зубам, как узбечка. Вкус понять я не могу. При укусе рассыпается на множество кусочков. Интересно. Не ярко выраженный, приглушенный. Вкус земли. Есть такая еле уловимая нотка сырости. По структуре во рту она как свечка. Ко всем зубам. Едем дальше. Хаки. У Натали можно приобрести вот этот набор. Если вы хотите сразу все сорта попробовать. Ну, они очень сильно похожи с желтой. Давайте сравним. Только желтые посветлее, пожелтее, а хаки позеленее. А по структуре один-один. Один в один. Ну, давайте пробовать. Так, где же тебя укусить-то? Глина плотная. По структуре такая же, как сыры, также откусывается, сразу растворяется. Не соленая. Соли здесь нет. Есть. Только она не сразу вылазит. Если в желтой соль яркая, что перебивает вкус, здесь идет сначала вкус, и потом в послевкусие вылазит солинка такая неярко выраженная. Вкус земельно-пыльный. Это что-то
Вот у нее вкус между сары и желтой. Что-то среднее. Вот такая вкусная глинка. Мне понравилась. Не липнет. Угу. Есть легкая-легкая-легкая нотка, отдаленная. Разнотравие. Интересная глинка. Так. Семечка. Ну, про эту глинку я слышала. Все, вот кто ее пробовал, все говорят, очень вкусная. Сейчас посмотрим. Семечка. Сразу чувствую, что она очень плотная. Смотрите, какая она красивая. Так, с прожилочками. Ну, тут я понять не могу. То ли камушек, то ли что, видите? Давайте пробовать. Угу. Откусывается с усилиями, она очень плотная. У нее яркий вкус семечек подсолнуха. Вот вы когда подсолнух срываете, начинаете доставать зерна. Вот они влажноватые. Вот у этой глины такой вкус. Она залипает. Такой в тугую ириску. Она не соленая. Вкус обалденный. А если ее много откусить, прилипнет она, ой-ой-ой, как. Но очень вкусная. Так, сердце. Кирпичного цвета. Руки практически не морает. Глина плотная. Давайте пробовать. Она очень плотная. При укусе глухо хрустит, потом сразу растворяется и залипает. Забыла сказать, те глины, которые я сейчас пробовала, они не скрипят, они чистые. А вот у этой есть. Такие крупные крупинки хрустят на зубах. Угу.
очень плотная. Угу. Сразу такие крупные, как камушки. По вкусу земля, как у всех красных глин, присутствует печная нотка, нотка кирпича красного, крупные частички есть в ней, которые скрипят на зубах. Очень хорошо залипает. Как-то так. Так. Фисташка. Ну, эти три глины я знаю. Я их пробовала. Фисташка. Серо-зеленого цвета, вся такая слоистая. Залипашка. Откусываю за сухими, глина плотная. Глинка чистая. Вкус земельно-пыльный, и в послевкусии вылазит нотка сырых фисташек. Такая легкая-легкая-легкая. Угу. Клубопа. Светло-серого оттенка. Глинка увесистая, плотная. Фисташку запить надо. Липучка. Откусывается с усилиями, не соленая. Фисташка, кстати, тоже не соленая. При укусе растворяется, залипает. Вкус мокрой земли, бетона. Есть отдаленная нотка влажной побелки. Глина чистая. Не скрипит, но хорошо залипает. Пористая. Ну, про пористую я вам рассказывала. Она относится фаворитом. Я ее люблю. Структура губки плотный такой. Она глина чистая, но в некоторых кусочках встречается незначительный скрип.
при укусе сразу вылазит соль, но потом она, вот когда вы жуете, она начинает постепенно растворяться, уходить. И вылазит нотка земли. Есть незначительное залипание. Но тоже некоторые кусочки попадаются сильно соленые, аж горько соленые. Некоторые попадаются такой, ну, соленые, но не такие, которые комфортные. Ну, эту блинку я люблю. Вкусная, земельно-пыльная, солененькая глинка, чистая. Вот такой обзор на сегодня получился. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.